12 апреля, проспект Ленина. Подъезжаем по своему микрорайону. Потом поедем через поселок Кирово, Ленинграды. Смотрите внимательно. Gelsin işret çağını işlir her yerde peymana gelsin Parmağında katen belinde kemer teninde güç var edime tamam eder Garp olsun yaşlı ağaç saratsın Слева и справа 8-й микрорайон. Верхняя часть проспекта Ленина. Линия Азадлык. Сейчас впереди будет поворот на поселок Воровского. Но мы едем прямо. Поворот на поселок Воровского налево. Мы выезжаем из города, едем в поселок Кирово через спуск. Кирова, ныне Расул Зада. С правой стороны базар, центральная часть поселка, пешеходный светофор.
Выезжаем из поселка. Мост железнодорожный. Потом дорога прямо через... дорога прямо на Белые Годы. Налево поворот на Баладжары, направо поворот на Баксоль. Прямо до Белые Годы. Подъезжаем к Белые Годы. С левой стороны сталелитейный завод Белогодинский.
на годы. Направо дорога, военкомат Белогодинский. Мы выезжаем отсюда, мы едем в сторону Новханы и шаги Гюрады. Дорогу ремонтируют, поэтому... Едем в сторону Балаханы. Сейчас перекресток направо, обратно в город, объездная дорога, прямо Балаханы, через свалку, а налево Мехтиабад. Вот видите, транспарант. Поэтому через Мехтиабад в Гюрат-Дель, а мне на даче. Автобус стал не в тему, сейчас он едет.
Объезжаем поселок Мехтиабад. Он сильно разросся за последние годы. Справа и слева раньше были виноградные плантации, но их всех уничтожили еще при Горбачеве в 85-86 году. И сейчас здесь, видите, все понастроили дома, это все жилые кварталы теперь стали, нефтеабадские. Также оптовая продажа стройматериалов. Налево поворот, направо поворот Дегях и другие места, но мы едем прямо. Поселок Мехтиабад. Налево поворот в сам поселок, центральная его часть бывшая. Вот здесь налево. Раньше был здесь совхоз винодельческий. Ну, конечно, сейчас уже совсем другие дела. Едем в сторону поселка Фатмаи, с правой стороны Катмаван.
высохшее озеро. Раньше здесь был пустырь, но вот недавно все это построили. Справа, слева видите жилые строения. На этих холмах снимали фильм когда-то. Семеро сыновей моих. Вот там, где горка с левой стороны. В начале фильма и в конце фильма был сюжет, когда семеро садников едут цепочкой один за другим. Снимали именно в этом месте. С левой стороны на холме. Сейчас там уже ничего не снимешь, там уже дома стоят. Поселок Фатмаи перед вами. Можно его объехать с правой стороны, но мы поедем прямо, чтобы увидели поселок Фатмаи. Обычно я еду в объезд, но сегодня только ради вас. Поселок Фатмаи, Абширонский полуостров, Азербайджан. Фатмаинская. Направо дорога на Пиршаги, налево Гёр-Адын. Едем туда. Право поворот Фатмаи Баглары, но мы едем в Гёр-Адын. Thank you.
поселок Городель. Здесь еще что-то трубы клали недавно, вот копали, поэтому все народ в таком состоянии. Еще не закончили. Но это нам не помешает проехать прямо. Поселок Городель. Абшерон. Азербайджан. Городель, центральная часть, остановка автобусная. Далее будет спуск Городельский. Поселок Городель, подъезжаем к спуску, едем к морю. Море Каспийское, Городельский спуск, будьте осторожны, не перевернитесь. Переезд железнодорожный, далее. Далее Городель-Баглары.